Александр, снимаю для тебя. Это то, о чем я тебе говорю. Смотри. Плата. Ничего нет. Здесь радиатор, ничего нет. Одна электроника. Батарейка. Крона. Вот я замыкаю. Жень, помоги, пожалуйста, замкнуть. Только плюс-минус, смотри. Черный минус, красный плюс. Так. Сбоку написано. Минус. Черный минус, да? Двумя пальцами просто прижми, она не ударит, не бойся. Держи батарейку. Да. Это запуск. Я включаю. Пускай. Все. Все. В режиме самозапита, Саша. Держи. Тут девятки батареи. Работает достаточно долго. У нас нет возможности тут ее месяц тестировать. Но во всяком случае, 4 часа она отработала без вопросов, так ведь? Вот. И будет еще работать, ну, посмотрим сколько. Вот то, что здесь нет никаких батареек, никаких. То есть есть конденсатор, но их емкость не позволяет. Общая, сколько мы посчитали? 90. 90. Сейчас 105 ватт. 105 ватт общая это нагрузка. Это же легко пересчитать, потому что есть амперметр и вольтметр. Да. Вот. 8,9, 11,7 вольт. Да. Вот такие вот умельцы есть. Это не я умелец. Как Биби. Так, ну все, ложим, да?